Сейчас вот на... Снимай? Нет, зачем? На, давай, беги. Ну отсюда ты плохо будет видно. Спустись туда. Не, а лезь. Здесь прям будет... Она покажет. О, он первый боится. Первый. Так, Олесь, давай. Ну, Олесь, давай, это личный архив, тебе никуда это не выложим. Илюха, ты в трусах еще, сырых. Ну, а что, Сталин, ты тут шоу устраиваешь? Ну, ты позвала. Ты говоришь, иди сюда. Будешь старый, тебя будет обидеться грудь, а то посмотришь. Да, там посмотришь, что и скажешь, какая конфетка была. А ты даже нигде ее не зафоткал. Эльхиан, ну давай, что ты стоишь-то, на. Иди скорее туда. Она не забрызгает? Да не, нормально, ты же не потеряй. Увели. Ты будешь позировать-то? Можешь туда? Всё. Олесина, ты даёшь. Да, чтобы она камеру не утопила, сейчас ещё набросит. Вот это хочешь, да? Олеся, подходи сюда. А? Остается только выходить, все, больше никуда ты не денешься. Так. Все так близко, будто ожидаем. Все. Че он меня снимает? Да своему другу еще покажет, кстати, фотки. Своему другу? Да, кстати. Игорь, мне покажи. Я тебе покажу, блин. Все, выходи. Я не знаю. Олесь, ну ты как будто бы специально все это делаешь, чтобы тебя снимали. Я так... Так меня уже сняли? Да. Ну-ка, сейчас прикольно. Нет, ты хочешь? Тебя же никто не тянет, ты сама снимаешь лифчик. Отойди. Не, ну ты можешь застегнуться, можешь ее расстегнуть. Нет. Как бы тут твоя, твое ты дело. Ты смущаешь, ну ты вообще посмущаешь. Ладно, не будем. Олесь, ты и это будешь снимать? Не, ну иди. Ё-моё. Нет, Олеся, ты и это будешь снимать? Все, берите камеру, там не подняться. Лифчик вообще. А зачем вы его снимаете? Ну да. Видишь, одежда в том,